Приветствую всех, с вами Низирамос, мы продолжаем проходить третий Resident Evil, не используя травы и не используя перезарядку в инвентаре, кроме гранатомета и в будущем миномета. Это единственные два оружия, которым надо использовать перезарядку, потому что они по-другому не работают. Кстати, интересно, можно ли все-таки от этого человека, бывшего, уйти? По идее, вот это должна быть переходная зона. Но нет. Может быть, надо, опять же, далеко уйти просто. А, смотрите, все, кончилось. Или нет? Так, давайте я до парковки добегу. Просто из интереса. Это не так далеко. Просто чтобы точно пересечь еще одну зону. Его хаоса. Сейчас прямо в само здание парковки зайду. Я имею в виду не в точку сохранения, а вот прямо в следующую дверь, которая точно уже была достаточно для перевода состояния погони. Теперь бежим обратно. И сейчас посмотрим, исчез он там или нет. Но тут нам не нужно, тут у нас вода. Если он, конечно, здесь остался, то это грустно. А, смотрите-ка. Все-таки от этого так не избавиться. Значит, сейчас придется получить от него урон. Или не придется. Ха. Интересно. Значит, по идее, он уже закончился? Или сейчас опять я зайду, и тут опять будет музыка его? Смотрите-ка, опять. Интересно. Может быть, после вот этого червяка не будет уже ее?
пока. Фух. Сейчас я попробую посмотреть. Велосипед оказался уже тоже с другой стороны. Буквы попадали. На месте осталось только те две травы. Остальное все попадало, по-моему. Кстати, Немезис вроде исчез. Если так, то я хочу сбегать еще раз к парковке. Я понимаю, что это затягивает время, но просто интересно кое-что проверить. Потому что червяк-то уже проснулся. А там, где у нас парковка была, там лежал спящий червяк. То есть он там исчез или нет? Мне вот это интересно. Если сейчас там ничего нет, то я уже за кадром обратно добегу. Просто чтобы время не тратить. Еще больше. Туда вместе пробежим, а обратно без вас. Потихонечку. Но монстров тут нет. Это хорошо. Это просто супер, я бы сказал. Подозреваю, что, скорее всего, там он на месте, потому что вряд ли просто стали перерисовывать еще один лишний фон, в котором, по сути, ничего не изменится. Ну, а так, кто знает, может быть, перерисовали. Сейчас главное аккуратно не нарваться на этого кренделя. Что тут у нас крендель как бы сидит? Кстати, лестница какая-то темная, как будто она не обычная лестница, а немножко с черным оттенком. Ну да, червяк на месте, окей. Какие пиявки, блин. Ладно, увидимся через пару секунд. Так, ну отсюда уже можно вместе пробежаться. Все, по-моему, этот червяк. Ломать-то легко. Особенно обладая такими размерами. It looks like we're ready to go. Here, take this. Спасибо. Okay. Николай won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Тут я, разумеется, выберу самый приятный для себя вариант развития событий. Ну, во-первых, я не буду, естественно, сражаться с монстром. Оставим это бравому бойцу.
cable car now. Mikhail, wait, don't. Get out of here. Hurry. Михаил. No, the brakes are out. It's useless. Вот такой вариант мы выберем. Он несколько попроще будет кое в чем. Так, у меня место. Хорошо, что место. Ага. Тут у нас ни хрена нет. Жаль. Хотя, с другой стороны, хорошо. Нам не надо будет рисковать на этих нарваться. Это что за реактивная фигня? Просто ракета летит такая. Это класса земля. Так, лента не дают. Точно же? Жаль. Но что поделать. Так, пока уберем вот эту вкуснятину. Да и в принципе, мне уже нож-то не особо нужен. Ну а кого мне наживать? У меня патронов уже приличное количество. Что я могу не беспокоиться о том, чтобы зомби там ножом дорезать или собак. Here's a gift for you. Супер. Спасибо, Карлос. А, вот тут, кстати, лента есть, кажется, да. Угу. Так, я сейчас в холле, да? Справедливо. Так, миномет я беру. Так, у него есть что-то в руке. Да, это неправильно наша шкатулка. То есть, по идее, здесь сейчас не будет подсказки никакой. Значит, считал, что убрали подсказку. Да. Ее и правда убрали. Всю. Целиком. Я-ха-ха. А вот это уже нехорошо.
же порохи. Я уже испугал, что у меня тут и нет пороха. Думаю, а куда дели мои порохи? Что за обман? Так, вот эту штуку я пока уберу. А стоп, у меня места и так мало все равно будет сейчас. Так, ну в любом случае, гранат у меня уже намечается нормальное количество наших синеньких. Но, по-моему, порох я больше здесь не найду. А, и стоп, или в этом... На часовой башне еще будет порох красный. Если так, то хорошо. Кстати, лента... А, здесь ленты тоже нет. Так, давайте я сначала вот эту толпу зомби перешершу. Да. А у вас двое еще тут было? Ну ладно. Кстати, я же могу тут пройти сейчас? Так, надеюсь, этого уже хватит. Супер. Я просто не хочу через эту саранчу идти. Спрей я пока оставлю. Возможно, он Карлсу больше пригодится, я не уверен. Потому что у Карлса всего один спрей будет. А. Нет, я бы, конечно, мог дотерпеть до битвы с Немезисом. Но это как минимум точно минус один лишний спрей. Resident Evil. Да. И вот в этой серии челленджей у меня что-то очень агрессивно, какие-то непонятные вещи происходят. Прям вообще нехорошие вещи. То в первом резиденте меня змейка укусила, которая целую вечность меня никогда не кусала. То сейчас меня паук потрогал, который меня тоже... Я не помню, чтобы меня эти пауки трогали. Хоть раз. Нет, убери эту штуку, пожалуйста. Ладно. Что поделать, придется сейчас... заново переиграть.
Наверное, придется в самом начале башни тоже сохраниться. Какого хрена? Никак. Да, вот так. Но при этом с пауком я не понимаю, в чем именно я затупил, почему он на меня так легко попал. Ладно, пофиг, ленту не буду убирать. Все равно, если я дойду до куда надо... Все будет нормально, я бы сказал. Все равно мне надо будет сохраниться с прибытием в часовую башню. Можно и так. Тут же опять, точнее, тут опять же как повезет. Это я проверю, что у меня есть место хоть на то, чтобы взять подарок Карлса. Looks like we're ready to go. Here, take this. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Снова оставляем Немезиса профессионал борьбы с Немезисом. Михаил! Чем?
Михаил. No, the brakes are out. Я все еще иду этим путем. Так, что у нас здесь? Снова ничего. Хорошо. Все-таки забавно, как зомби вообще пофиг абсолютно на огонь. Как бы они должны за несколько максимум минут просто обычного горения превратиться уже все во что-то, ну, как бы мертвое. Что-то совсем мертвое. Абсолютно, как говорится. Так, нож. Спасибо, ты мне отслужил хорошую службу. Делаем сохранение. Чтобы уже точно нормально... Нормально сохранить прогресс, и чтобы нам не надо было больше переигрывать. Использовали ключ башни. Или как он у меня в кривом переводе назывался, ключ часов Т. Спасибо. Надо ленту убрать обратно. И на самом деле не факт, что прям надо. Но почему нет? Вот сюда пройти. И здесь ничего нет. Допустим. А, ну это цветы. Просто вот с такого ракурса показалось, как будто это не цветок, а, собственно, патроны пистолета. Думаю, что они там делают. Кто здесь? Понятно, я все так же пойду нафиг от них. Решено. Возможно, кстати, вот этого количества замораживающих гранат, может быть, даже хватит на Немезиса. Я не уверен, не помню, сколько ему там надо.
А то сейчас будут зомби. Я думаю, я даже их трогать не буду. Нафиг они мне нужны. Раз уж они оказывают такое ужасающее неуважение. Одна штука спит. Аргах. Ну ладно, сейчас посмотрим, что нам пауки скажут. Или кто тут будет. Хотя, по идее, кто кроме пауков тут может быть? По-моему, тут саранча не может быть. Это была просто месть, я должен был ему отомстить. Я ему не доверяю. Тем более сейчас за мной тут не месяц будет гоняться по всему зданию. Что как бы нехорошо. Лучше не иметь лишних пауков, имея на хвосте Немезиса. Эх, ну и пока все. Такая немножко зловещая мелодия прямо там началась. Кстати, я хотел посмотреть, они как-то... А полый ключ? А это как называется? Граненый ключ, ага. Хорошо. Тут у нас даже два пороха. А! Так, нафиг она мне не нужна. Это ваша шестерня. Я все равно вот так сделаю побольше. Вот так. У нас точно хватит, чтобы отморозить весь зад этому Немезису. Так, миномет. Миномет. Кстати, это можно выкинуть, потому что он мне не нужен. Я его оставил, мне просто интересно стало, как это они отличаются или нет. Я просто совсем забыл. Вот, собственно, отличаются они или нет. Так, берем. Вот тут... Я ленточку видел. Надо вниз. По-моему, так. Ага, нет, погоди. Значит, точно.
Надо предыдущий посмотреть. Ага. Вот так вроде похоже. Ага, неправильно что-то пошло. Нафига каждый раз, блин, запускать? Я уже понял, что у меня на С что-то не так. Я слишком как-то невнимательно осмотрел, потому что я думал, что тут фиксированный распорядок их. А, или D неправильное. Да, это правильно, значит D у нас неправильное. Видимо, так, да? Ну да. Помню, ох, весело было эту головоломку решать на телевизоре, где был отключен звук. Вот это было такое веселье. Безудержное просто. Сохраняемся. Эту шестерню я не беру, потому что мне все равно ее потом брать. Чтобы ее из ящика не искать потом. Это было гениально. Хорошо убрал ленту, да. И берем замечательную вещь с тремя спреями. Кстати, он не за нами идет. Он сейчас в другом месте возникнет. Вот, по-моему, в той двери, куда я сейчас войду. Перед зеленой, собственно, дверью. Я что-то ждал, что он не из этой, а он именно из двери другой пойдет. Паук. Фух. Не ударил. Стоп, у меня место есть? Да, место есть, хорошо. Так. Берем все эти сферы. Так, что у нас по времени? Ага. Так, у нас там 4 часа получается, да? Ага.
Пойди вот так. Прям сильно-сильно вперед уходим. Это вот сюда. Вот так. Берем шестерню. Так, возьмем также мины. Не факт вообще, что я минометом буду пользоваться. Потому что это... Этим оружием мы легко себе навредить. И хорошо от нас этот господин с ракетницей отстал. Или без ракетницы. В общем, любой. Любой немезис от нас отстал. Так, погоди, а зачем я туда? Я туда. Ну и, собственно, готовимся к битве с боссом. Сейчас мы его будем долго и усердно охлаждать. Ой, нет. Спрей я использовать не хочу. Это... Так, так, кладем. Ну, в принципе, все. А лекарство у нас есть. Я прямо сюда же перезапишу, что какая разница. Кстати говоря, надо вот это взять. Ну все. Уходим отсюда. Делать нам здесь больше нечего. Наглый человек. Thank you.
Хрена я его отморозил. Вообще без лекарств обошелся. Вот это сила. I'm sorry, Jill. Please, wake up. Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Так, что у нас есть? Ничего у нас нет. Я почему-то думал, что у Карлса есть спрей с собой. Оказывается, у него вообще даже в принципе его нет. Вот это новости. Фух, успел. Я просто не хочу особо много патронов тратить. Фух. А кто тут? Давайте химеры эти. Ладно. Ну, тогда хорошо, что я спрей оставил для Карлса. Тем более, раз Джилл вообще не потратила спрей на битву с боссом. Я удивлен. То есть он меня даже до опасного не довел. Хотя до этого на мне несколько маленьких кусиков уже было. Так, давайте пауков. Или не знаю. Ладно. Ладно, эти тоже норм. Уговорили, так и быть. А, мне послушалось, вряд ли они неисправны. Ну, не послушалось, а почудилось. А так, конечно, печально, что меня два раза укусили. И все, мне здесь делать нечего. Зачем он мне там нужен? А, вот еще спрей есть. То есть все-таки у Карлоса есть спрей. Личный. Кинжал прям. Не обращал внимания, что он так называется. Все-таки это больше найф, значит нож, потому что кинжал это даггер. Так, это потрошка. Потрошка это хорошо. There
also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However... Так. Где удобнее? Не знаю, где удобнее. Пойду в любую сторону. Не так важно. Эти вообще как-то не оценили попытки своих товарищей взять штурмом лифт. Возможно, сюда было бы безопаснее идти, если бы здесь остались охотники. Может быть и нет. В принципе, не важно. Так, если сейчас здесь не видно шкафчик, то... А, есть. Хорошо. Значит, я знаю, куда мне его надо ставить. Я не хочу тратить лишние хп. Хоть у Карлса два спрея, и этого явно ему хватит до конца его пути. Все равно не хочу. Не хочу тратить. Лишний раз. Так, какие тут у нас есть варианты? Давайте посмотрим. У меня тут есть книжечка с записями, в которой это можно подсмотреть аккуратненько. Ага, угадал с первой попытки. Удивительное рядом. Вот этот звук, который от этой двери, он как-то не очень подходит этой двери, потому что, собственно, по звуку она... Ой, нафига я сюда. По звуку дверь как будто бы должна вращаться. Ой, ручка двери. Идем в подвал, где нас ждут новые охотники. Гаммы. Гаммы бешеные просто. Я понимал, что опасная вещь. И что лучше с ней не шутить. Универсальная основа. Так, я, кстати, могу сразу основу впихнуть. Да, основу можно сразу впендюрить.
Хоть вот эта штука никогда не меняется. С одной стороны, это удобно, что вот так вот можно спокойно запомнить комбинацию. С другой стороны, на фоне других вещей, которые таки поменялись, ну, меняются в зависимости от других вещей, капельку грустно становится, что у этих нет ничего. Это загадка такая одинокая, грустная. Эффективная вакцина. Я всегда вот этот белый уголок поражал этой двери. Странно выглядит. Хрена наглёшь. Взял ЦАП сделал. Больше нам здесь делать нечего. Ну и следующее сохранение я уже сделаю за Джилл. Взрывное устройство с таймером. Охотники, валили бы вы нахрен отсюда. Вот прям вот так же, как Карл сейчас будет валить. Кстати, бочка осталась, да. Зомби здесь нет, я не могу это обезвредить, эту бочку. Чем обезвредить-то я ее могу. Но я не могу ее обезвредить в лицо зомбакам. Что не очень хорошо. Дамочки съели свою подругу. У дамочек веселье. Нафиг. Я не хочу рисковать. Еще сдохнуть на этих фигнях. Мы сваливаем. Мы не будем с этой фигней сражаться. У этого слишком мало толка. Вот так. Так, давай, Джилл. Кушай нашу вакцину. Так, ну и сохраняемся.
На этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях. Всем пока!